концерты этих артистов мы выступаем против конкретных людей, которые обладают некоторой степенью известности на территории Российской Федерации, здравствуйте, и которые используют эту свою популярность на территории Российской Федерации для того, чтобы пропагандировать идеи войны, идеи насилия, для того, чтобы оправдывать те абсолютно неправомерные, неправомочные действия, к которым сейчас прибегает российское правительство. Понятно, спасибо вам. Спасибо. Что за канал? BBC. Я могу сидеть, рассуждать о Российской Федерации. Мы воровали и сидят в Лондоне. Езжай на Украину. Да, мы на концерт пришли. Мы за Валерию, потому что Валерия здесь ни при чем. А вот такие евреи приходят и дают эту дверь BBC. Что я могу еще сказать? That was good. Специально из Ирландии, мы из Латвии вообще, мы поддерживаем нас русских в Латвии задолбили, загнобили, вот такие же идиоты. И сейчас долбят русских в Латвии, да, потому что вы еврейской национальности, а я русская. А я еврей была? Я просто считаю, что это неправильно выступать вот так вот на парадах. Вот это я была на Евромайдане в Украине, я ездила к подруге, адекватные люди совершенно, но я понимаю, что на Майдане все проплачено. Люди ходят, пьют кофе, чай и просто бастуют. Минут. Просто вообще. За что, я не понимаю. I'm sorry, but this is Путин, он старт ван! Порошенко старт ван! Ну, Майдан старт ван! Но Путин! Ты сам убери руки, а она... А ты напиши, у тебя... Ты что орешь-то, а? Но Путин старт ван! Кто ты орешь-то? Don't touch me! Свобода слова!